Тема национального единства в День России в Ульяновске звучала во всем – и в оформлении, и в праздничной программе. На площади Ленина возвышались гигантские матрешки в национальных костюмах. Торжественная церемония открытия праздника прошла под названием «Народы едины под солнцем России». Юные артисты первыми поздравили ульяновцев на языках разных национальностей, которые проживают в нашем регионе. Отсюда с площади делегации от участников церемонии направились на возложение цветов к памятникам прославленных национальных деятелей и знаменитостей, установленным в Ульяновске. Самым главным моментом праздника, конечно, является поднятие флага Российской Федерации. Ульяновцев поздравили почетные гости и губернатор региона. Только у нас, вот, дорогие друзья, в далеко не самом большом регионе России, но в центре России, в сердце России, проживают люди свыше 120 национальностей. И я с огромным удовольствием еще раз хочу поздравить наш многонациональный народ, проживающий в Ульяновской области, всех представителей этих народов с этим замечательным праздником. Гвоздем программы стало выступление славного казачества, участников первого всероссийского казачьего фестиваля «12 жемчужин», которые съехались в Ульяновск из 14 регионов страны и Казахстана. Здесь же, на площади Ленина, в казачьем курене, можно было познакомиться с реконструкцией повседневной мирной жизни казаков, а также посмотреть показательные выступления воинов-казаков, казачьи игры. Основное у нас направление – 15-17 век казачества. Так что вот традиции, все это, быт их, жизнь, как они сражались, как жили, как женились – все это вот изучаем и рассказываем народу. И также воспитываем ребятишек в духе патриотической защиты нашей земли, чтобы у нас поколение росло действительно настоящее. Пусть у всех будет благодатно все, небо чистое, добра им и всякие веси. Гильдия ульяновских кузнецов развернула свою площадку, где на радость ребятишек они изготавливали кованые обереги. Эта акция посвящена, развитию культурному и историческому наследию России, чтобы люди знали, где их корни, что было у нас, что мы восстанавливаем утерянное. Послание нашим потомкам, нашим детям, чтобы не забывали великих отцов, предков. Желаю ульяновцам, в принципе, и, конечно же, своим согражданам чаще улыбаться, верить в хорошее, быть трудолюбивыми и не забывать про родных и близких. Шумно и весело было на интерактивной площадке традиционных народных подвижных и настольных игр, которую организовали участники 3-й Всероссийской творческой лаборатории «Воспитание традиций». Они познакомили юных ульяновцев со старинными, к сожалению, забытыми играми. А вот площадка «В каждом сердце любовь» или просто влюбленности превратилась в зону для фотосессий и прогулок. Заодно здесь актеры Ульяновского молодежного театра показывали мастер-класс по пантомиме. Пользовался популярностью и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Каждый, кто изъявил желание служить по контракту, прямо на месте писали заявление с просьбой принять их на службу в воинскую часть, которую они выбрали. И таких желающих защищать родину по зову сердца оказалось предостаточно. Поздравляем всю Ульяновскую область, город Ульяновск, замечательным праздником, День России. Всех благ земных, счастья, здоровья всему населению города-героя Ульяновска. Тем временем в здании правительства состоялась церемония вручения государственных и региональных наград и паспортов. Почти 50 жителей Ульяновской области были отмечены грамотами, благодарностями, ценными призами и медалями, а 12 молодых людей получили паспорта из рук губернатора. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ул Правда ТВ.